В непростом положении оказались двое туристов на Байкале. Им пришлось вызывать спасателей. Оба инцидента произошли недалеко от поселка Листвянка. Эвакуировать со льда пришлось мужчину. Он травмировался, когда катался с друзьями на снегоходе. На помощь пришла группа байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Они доставили пострадавшего до берега и передали работникам скорой. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на перелом основания черепа. Второй инцидент произошел с туристкой из Красноярска. Она решила прогуляться по льду Байкала, однако погода резко изменилась, и снежная пелена скрыла берег. Женщина 2 часа пыталась самостоятельно добраться до Листвянки, а затем отправила свои координаты спасателям. Туристку оперативно нашли и доставили в поселок.